Все имена и лица, они известны, есть видеохроника, известны все призывы. Другое дело, что они не привлечены к ответственности. Нам тогда удалось предотвратить события, которые имели место недавно, к сожалению, в Украине, когда сотни погибли, тысячи раненых. Тогда удалось это предотвратить, а ответственность за организацию, конечно, лежит на тех, кто призывали молодежь под ложными призывами, ложными обещаниями, и привлечь их к ответственности будет возможно, когда они после выборов уйдут из власти. С другой стороны, на протяжении 5 лет руководство МВД занималось только террором в отношении полицейских. Сотни, тысячи полицейских были уволены, возбуждены уголовные административные дела только за то, что они героически отстаивали права и интересы, свободы граждан 7 апреля. Потому что благодаря вот этой позиции офицеров, сотрудников удалось избежать кровопролития, которое планировала тогдашняя оппозиция. Может быть, это их расстроило, из-за этого начались репрессии в отношении полицейских?